Жители сразу двух микрорайонов города Видное очень ждали открытия новой канализационно-насосной станции. Вопросы водоотведения были актуальными в течение нескольких лет. Канализационно-насосная станция, она у нас вторая по очереди вот в рамках данного округа, да, то есть данной территории, потому что у нас первые очистные сооружения – это Купеленькие, вторые очистные сооружения – Завидного, которые были постоянно выходили из строя, тем самым вызывали определенные проблемы у населения. Раньше водоотведение стоков от многоквартирных домов осуществлялось через очистные сооружения застройщика. Дальнейшая передача в муниципальную собственность проблемы не решила. В связи с тем, что были очень много жалоб от населения, было решено включить в государственную программу и построить здесь канализационную станцию и перевести все стоки на Москву. Уже больше месяца КНС работает на полную проектную мощность 3000 кубометров в сутки и обеспечивает качественным водоотведением жителей окрестных микрорайонов. Изначально ситуация была достаточно сложная, экологическая. Вот. Почему? Потому что люди испытывали дискомфорт из-за присутствия запаха. Вот. Соответственно, на сегодняшний момент этот вопрос не решен. Канализационно-насосная станция полностью укомплектована всей необходимой техникой и будет работать в бесперебойном режиме. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.